Из областной столицы отправлен еще один груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ранее губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации, считает глава региона. Отправка всех грузов организована совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области. В формировании гуманитарной помощи принимают участие все муниципальные образования Верхневолжья. Груз состоит из следующих продуктов: мука, масло, печенье, крупа, детское питание, каша, консервы, а также одежда и средства гигиены для детей и взрослых общим весом порядка 8,5 тонн. Предприятия Эским, Ромаксатихи, Твери и других муниципалитетов активно поддержали идею помощи братскому народу. Ранее Тверская область отправила 4 партии грузов в Донецкую и Луганскую народные республики. Порядка 52 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР. На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территории Тверской области не прибывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно, своим родным и знакомым оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.